to Legend. Thanks for the save. Hey, you good? So, Hero, what's the plan? How about run? Poking me, pig! Come with you! Let's do some shopping. Three girls! Someone's got sticky fingers. I think I'm gonna lose me line. You're good, amigo! Let's freaking go! Take it down and go again! You are lucky I am here to save you. Follow me. Now. Teamwork, Reed? That's not like you. Wow, that view is a work of art. The view being me, of course. Both are very arty. I appreciate it, but listen. Whoever cleans this place up after we destroy it are the real legends. Hey, you ready for another round, shooter? Start a fight, let's start a fight. Do you promise? Готовы к взлету к кровати и сладким снам, капитан Сомерс? Снам? Нет, еще рано! Может, нам нужно провести предполетную проверку, капитан? Да! Ну что же, тогда начнем. Зубки уже почищены? Да, вот, смотри. Ого! Как сияют! Что насчет снаряжения? С собой! Обнимашек на дорожку хватает? Нет. Хочу еще! Кто тут у нас самый усталый мальчик на свете? Мам, у тебя самая лучшая работа! Верно, малыш. Есть еще какие пожелания, капитан? Может, горячего шоколада? Он ведь только почистил зубы. Не слушай ее, Ньютик, тетя Эш снова пакостничает. Я хочу... О! Можешь мне спеть? Что ж, довольно необычная просьба, капитан, но... Кажется, я могу ее исполнить. Ну все, укладывайся. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю, придет Что? Ох, дорогуши, мы вылетаем только через 13 часов. Ах, и чему вас только в университетах учат? Ничего, мам, иди, позаботься о корабле, чтобы вернуться домой. Ах, Ньютон. Мы споем вместе, когда ты вернешься. Королевству нужна героиня, помнишь? Да. А героине нужно ради чего-то возвращаться, сынок. Сильва! Где ты? Уф, простите, извините. Я целую вечность устанавливал рампу и огни для моего выхода. Ладно. Эдуардо Сильва был любящим отцом. Ха! Ой, извините. Преданным мужем?
Ха, уж поверьте, эту речь точно писали не его жены, с первой по пятую. А знаете что? Он не был любящим или преданным. Но это мой отец. И мне должно быть грустно. Но я чувствую легкость. Типа, если я прыгну на батут, то просто улечу. В хорошем смысле. Это плохо. Извините. Пойдем, друг мой. А, это все? Круто, круто. А, блин. Надо было транслировать мой выход. Может, еще разок? Думаю, не стоит. И мы в эфире. С нами в студии находится Ревенант. Самая скандальная легенда игр Apex. Ревенант, вы не могли бы пояснить, откуда взялось ваше новое тело? Хорошо. Тогда скажите, правда ли, что вы поменяли тело, чтобы избежать наказания за ряд совершенных вами чудовищных убийств, в том числе убийства Джеймса Маккормика во время нашего шоу? Знаете, большинство из нас недоумевает, почему вы до сих пор участвуете в играх Apex. Может, вы нас просветите? Правда ли, что в вашем распоряжении есть тайная армия? Вы хотя бы контролируете... Да вы издеваетесь! Прошу прощения, я отвлекся. Итак, о чем мы? Так, нет, этого не может быть. Мэри, успокойся. Может, это не временная петля. Но если она... А если другая... Эй, доктор, классные чертежи. Это вы разработали одну из тех штук Дуарда? Нет. И... Да. Здесь сказано, что реликвию Дуарда откопали десятки лет назад. И аж на другом конце галактики. Дело в чем, дорогая Равенна? Я придумала ее неделю назад. В точности. До мелочей. А это значит лишь одно. Сработало. Что сработало? Путешествие во времени, дорогуша. Те самые. Серьезно? Получается, скоро вы сможете встретиться с вашим сыном? Я не знаю. Использование этой реликвии может создать временной парадокс. А это плохо. Вы не допустите ничего плохого. Кроме того, ради семьи можно пойти на любой риск, верно? И правда. У тебя доброе сердце, зайка. Я могу собрать это устройство. Правда, шанс достать некоторые детали очень гипотетический. Может, поучаствуйте в том конкурсе от синдиката? Победитель получает не только трофей, но и шанс выбрать что-нибудь из частной коллекции Эдуарда Сильвы. Ох, правда? Забавно. Это уже не первое удачное совпадение за день. Решено. Я выиграю конкурс. Ради Ньютона. Вы выложились на полную, Horizon, но Октанка вам не остановить. Полагаю, ты прав, дорогуша. Эй, видел, как вы присматривались к ней в музее? Она ваша, амиго. Октавио! Ты победил, ты заберешь одну из реликвий своего отца. Одна из его реликвий — это я. Я не против передать наследие ужасного отца хорошей мама. Октавио, ты хороший парень. Нет, мужчина. Ой, как вам угодно. Но трофей я оставлю. Блестит.